Большое спасибо организаторам и преподавателям школы факторинга, которые реализовали этот курс. Он действительно мне помог структурировать мои знания, которые имелись на тот момент о процессе факторинга в целом о данном продукте, ну и, конечно же, расширить свои знания по актуальным видам факторинга и вплоть до каких-то там нюансов, юридических аспектах, рисках и так далее. И подтверждаю слова Екатерины, действительно, это обучение не было какой-то рекламой ВТБ-факторинга однозначно. И это очень мне понравился формат обучения. Например, материалы иногда являются моими настольными помощниками, которые я использую для ознакомления своих коллег с данным инструментом. Например, по схемам очень удобно показывать различия между видами факторинга, и не нужно самой изобретать что-то или искать информацию в разных источниках. Поэтому спасибо большое за материалы, которые остались у нас. Это действительно очень полезно. В целом, обучение материалы подготовлены практикующими специалистами, что позволило получить теоретические знания с фокусом на фактическое применение. И каждый мог задать вопрос, обсудить кейс, актуальный именно для него. И я уверена, что не только я, но и все выпускники школы достигли своих целей, которые они ставили себе перед обучением. Если говорить в целом о моей профессиональной жизни после школы факторинга, то данный инструмент мы активно используем в группе компании и как раз сейчас развиваем цифровой факторинг, который направлен на автоматизацию факторинговых операций. И обучение, и особенно формат обсуждения в рамках круглого стола, позволил мне посмотреть на процесс не только с точки зрения покупателя, но и со стороны клиента и финансового агента. И как раз-таки уже в цифровом продукте учесть интересы всех сторон, учесть и постараться каким-то образом минимизировать риски и также обеспечить контроль и прозрачность факторинговых операций. Поэтому факторинг есть в моей профессиональной жизни и на текущий момент занимает существенное направление в моей работе. Я уверена, что курс позволит как профессионалам в этой области извлечь что-то интересное, полезное, как раз-таки посмотреть на практику и опыт других, так и для новичков, которые только начинают знакомство с данным инструментом финансирования, получить ответы на такие вопросы, как что такое факторинг, для чего он нужен и как им пользоваться с максимальной выгодой для компании. И я думаю, что всем слушателям, которые сейчас у нас на вебинаре и, возможно, еще которые там посмотрят ссылки и посмотрят программу обучения, конечно же, курс будет очень полезен и интересен.